В Урае приступили к реконструкции моста через реку Колосья. Прежнему сооружению уже более 40 лет. За это время больших ремонтных работ на переправе не проводилось. Переход стал небезопасным для горожан. Были случаи, когда люди проваливались в сгнившие доски. Особую тревогу вызывали металлические перила с широкими проемами. С этой проблемой неравнодушные жители обратились в администрацию города. В тесном взаимодействии с депутатами и при поддержке западносибирских нефтяников вопрос был разрешен. Предприятие «Уральнефтегаз» все-таки городообразующее у нас, поэтому обязательства социальные присутствуют у нас. И те обязательства, которые мы огласили несколько месяцев назад о том, что мы будем проводить реконструкцию этого моста, мы их выполняем на сегодняшний день. Все наши запланированные даты, все работы идут в срок. Я думаю, что горожанам сам вид моста понравится. Вот уже несколько дней на мосту идут активные строительные работы. Специалисты полностью обновили металлические ограждения. Завершается их покраска. Одновременно ведется замена деревянного настила. Новые доски обрабатывают специальной пропиткой для защиты их от влаги и гниения. Несмотря на проведение реконструкции, мост по-прежнему открыт для пешеходов. Биты стеллажи специальные, чтобы когда мы убираем старые доски, стелим стеллажи, чтобы люди проходили, как бы у нас постоянно было движение свободное. Вот видите, убрали, сразу доски накидали, можно ходить. И тут же как бы ребята тоже помогают там, кому проходить, там пожилым, старым. Отметим, мост через реку Колосья – единственный пешеходный путь до одного из отдаленных микрорайонов города – леспромхоза. Там проживает порядка 100 человек. Это переход и для дачников, и для местных моржей, и для рыбаков. Уже сегодня видно, как сооружение заметно преобразилось. На завершение всех строительных работ потребуется еще несколько дней.